Жители страны холода знали великое древнее предание. Когда создавался мир, силы холода и тепла договорились между собой, что холод правит на севере мира, и живут там сосульки, а тепло правит на юге мира. А на земле под ними живут... Люди. Люди. Так и заключили они свой союз. Но холоду было одиноко и грустно с одними сосульками. И он попросил тепло дать ему что-нибудь. И тогда тепло дало холоду человеческую радость. В обмен на то, что сосульки будут служить людям. Так появились мажениты. Мажениты? Мажениты. Это сосульки, которые стали творить добро и нести людям тепло. Однако высшие силы всегда помнили условия. Если хотя бы один человек станет жителем страны холода, баланс мира нарушится, и холод вырвется за пределы отведенной ему территории и заполнит землю. Мороженого. Посмотрите, милые мои, это радость у людей именно благодаря вам. Надеюсь, что мы всегда будем с вами заниматься нашим любимым делом. Делать мороженое и дарить людям радость. Ура! Какой сильный. Ведька, Ведьку фиг догонишь. А Сёма возится, как Месси. С чем он возится? Кто там возится? Месси, Месси! Я тебе 100 раз показывал его обводки. А я что? Ты слабак. Ты так не говори. У тебя главное есть, что Петьке и... Сёмке этому поискать еще надо. У тебя ум есть.
Да кому нужен этот мой ум? Все-таки это случилось. Ну вот и все. Кончилось твое время, маражан. Теперь ты всего лишь бывшая короля. Вижу, не ждала. Слушайте все! Вы, мараженики, и вы, мои воины льда! Это говорю я, сосулька первый! Теперь единственный повелитель страны холода! Мне нужно, чтобы мы забрали у людей всю их радость и наполнили их сердца холодом. И отныне не холод служит человеку, а что? А человек холоду, болезни и холода! Выигрывает не самый сильный. Не самый ловкий, не самый быстрый, а тот, кто думает и все видит. Мы начинаем новую операцию под кодовым названием «Ледяной кулак». Включай. Мы расширим границы страны холода. И мы сделаем это, знаете как? При помощи мира людей, потому что весь их мир превратится в общую империю холода! Вот, флешечка, заработала! Очень скоро у людей больше не будет радости. Когда у них закончится старое мороженое, закончится и радость. Вот ведь как! И что же мы можем предложить им взамен? Наше новое! Свое мороженое! В мое время был такой футболист. Да-да-да, сейчас ты опять начнешь рассказывать про то, как миллион лет назад наши выигрывали. Сейчас это никому не интересно, дедусь. Любой человек, как только попробует его, проникнется нашими идеалами. Он пойдет туда, куда мы ему прикажем. Он последует за нами хоть на край света. И сейчас я вам продемонстрирую силу этого мороженого на нашей бывшей королеве! Ну ладно, ну расскажи. А ты не подлизывайся. Если понял, что нагрубил, ты прямо извинись. Дед, извини. Она была тут, хозяин! Да. Я знаю, что она была тут! Где она сейчас? А теперь нет страны. Может, она растаяла? Да! Перед вами! Вот, да. Я вас всех сейчас растоплю! Найди мне ее! Немедленно! Окей, немедленно! Немедленно войти! А футболисту мне никогда не быть. А может, летчиком? Твой папка мечтал, а? Летчиком? Летчиком. Да не, я ж высоты боюсь. Ну и ты сегодня боишься, а завтра перестанешь? Ну ты же на то и парень, чтобы преодолевать свой страх. Пошли! Мы не позволим! И королева Маражана не позволит вам убить в мире радость! Сейчас
Зачем? Зачем тебе радость? Ну-ка ешь. Ешь! Вроде ешь, смотри, я сказал, вроде ешь! Я говорю, ешь! Ну, то-то же! Ну вы где так долго пропадаете? Ой. Ничего, Тёмка, грустный такой. Да, мы проиграли опять. Привет. А ты чё грустный-то такой? Опять проиграли? Не, ну наши 20 лет проигрывают, и ничего. Бывает. А я так не могу. Так. Давайте мы за обедом отложим все эти разговоры. Кто там выиграл, кто проиграл. Тёмка у нас мальчик талантливый. Найдёт себя ещё без вашего этого спорта. Не скажите. Ну, давай. Ну! Ну, почему не работает? Ну-ка! Вот! Всё работает! Папа, ну когда мы наконец уже выкинем эту рухлядь, да? Каждую ночь кряхтит и кудахчет. 20 лет уже. Это кто кудахчет? Кто кряхтит? Придет час, пригодится еще. Место только занимает. Да не придет его час. Тёмка только по ночам пугает. Сообщи всем радостную весть. Скоро я представлю избранного. Первого человека, который будет жителем империи Холода. Люди даже не подозревают, что как только состоится коронация, они все станут такими же, как мы. Такими же твердыми. Несгибаемыми. Хозяин, вот лучший кандидат на первого жителя в стране Холода. Показывай. Нет, это слишком добрая рожица. Ага. Да. Вот, побил одноклассника. Это хорошо. Любит котиков. Котиков любит? Да. Нет, наш кандидат не должен вообще никого любить. Ну, обзывается. Ну, мало ли кто чем обзывается. Так и кого выбрать? Пока ты прохлаждался здесь, я уже нашел. Вот! Идеальный кандидат. Украла куклу у сестры. Завидует всем детям вокруг. Никто не хочет с ней дружить. Уж я с ней намучился. Не меньше, чем с тобой. Ох, и помучился. Я давно следил за девочкой, которой ребята не брали с собой играть. За это она на них злилась. Ей хотелось сделать что-нибудь такое, чтобы всем вокруг стало плохо. Даже собакам. Девочка Варя. Ха-ха. Никто не хочет с тобой играть. Вы кто? Сторож? Здесь нельзя находиться? Я что, по-твоему, похож на сторожа? Я похож на сторожа? Я будущий правитель страны Холода!
Сосулька первый великий! Я давно за тобой наблюдаю. Я знаю о тебе больше, чем ты сама о себе знаешь. Так и быть, я возьму тебя с собой в свою страну. Слышно чего? У меня есть дома мама с папой. Нет. Зачем тебе мама? Зачем? Ты же ее не любишь. Люблю! Нет! Если бы ты ее любила, ты бы слушалась ее во всем. Ты бы ей не грубила. Ты бы ей помогала во всем. И вообще зачем? Ну зачем тебе мама, если у меня ты будешь править целым миром? А? Что ты не прикажешь, все тут же будут это исполнять. А ты хочешь, чтобы все тебя любили? Нет! Чтобы все тебя хвалили. Какая она красивая. Какая она милая. Она самая умная. Она самая прекрасная. А можно я буду с ней дружить? А можно я? А можно мы все будем с тобой дружить? Ты хочешь этого? Хочу. Не слышу. Хочу. Не слышу. Хочу! Я буду править этим миром! Вот она. Идеальный кандидат на звание королевы. И она уже здесь. Фотосессия! А ну пошли! Свет. Так, свет сюда ставим. Нет, подальше. Еще чуть-чуть. Так, все. Волосы. Все хорошо, иди. Улыбнись. Это же лед. Лед. Да. Ты самая популярная, самая известная, самая красивая, самая удивительная. Это все ты. Понимаешь? Я даже немного тебе завидую. Тебя все знают! Вау, сколько лайков! 6597, 6598, 6599, 7000! Я буду самый популярный, все будут мне завидовать! Так, идем. Нет, вставайте. А вы что здесь бездельничаете? Ну-ка, живо. Есть. Давай, иди сюда. Ну, смотри. Чей портрет? Вау, как классно. Я же говорил. Так, ну, нам нужно с тобой пройти еще один обряд. Даже не обряд, а так, как сказать, обрядик. 13. Ну вы же сказали, что я уже королева. Я же королева, вот твое изображение. Так, мне нужно срочно переместиться в этот, ну, в твой мир. А ты остаешься, вот чтобы не скучала. Это твоя служанка, зовут ее... Маргунелла. Это дочь нашего ювелира. Как его? Маргула. Хозяин, да. Первая партия готова. Ну так грузите, мы отправляемся к людям. Пишите все сюда! Сегодня акция! Мороженое бесплатно! Вот это я понимаю. Все мороженое бесплатно! Отлично, спасибо. Ничего себе, говорили, мороженого вообще больше не будет. Тестирование новой линии. Все для вас. Побухайте, налетайте. Всем мороженое! Прекрасное, самое лучшее! Граждане, по распоряжению главы города, вы обязаны есть по 3 порции мороженого в день. Спускайтесь. Сегодня или никогда. Мой зуб чуть не сломал. Надо зубы хорошие иметь. Сегодня или никогда. Дайте 2. Это не мороженое, это лед. Нет, это такое мороженое. Ешьте. Я на вас в суд подам. Бросьте, кушайте.
Фу! Оно же безвкусное! Глупый мальчик, зачем тебе вкус? Скажи мне! А ты мне 5000-то вернула? Какие такие 5000? А те, которые в том месяце брала на фитнес. А ничего, я у тебя не брала. У тебя что, совсем с памятью плохо? Это у меня плохо стало. Ты с ней! Драки вне пункта раздачи! Вы держите свои локти при себе! У вас что, со зрением? Может, очки подарить, а? Да как вы смеете? Вы так со мной разговариваете! Я тебе сейчас покажу, как я смею! Как ты прекрасна, моя королева! Что вы здесь делаете? О! Ледяные бусы, какая прелесть! Но вы же говорили, что я еще не королева. Вы что, меня обманываете? Я? Тебя? Как ты могла подумать? Я вообще никогда никого не обманываю. А уж тебя? Я столько для тебя сделал, а ты меня обижаешь. Да, обидно, обидно. Очень обидно. Знаете, я так подумала, верните-ка меня домой. Тут у вас очень холодно. Ты что, ты хочешь все это потерять? Ты хочешь потерять свою популярность, все эти лайки? Я хочу домой. Ладно, ладно. Иди, ступай. Иди, иди, отправляйся. Иди домой, становись опять никому не нужной, никому не известной, одинокой девчонкой. Давай, конечно. Ладно, я пройду этот ваш обряд. Что мне надо делать? Отлично. Обряд мы подготовим. А для начала ты съешь кусочек мороженого. Откуси и проглоти. Кусай, не бойся, как лекарство. Глотай, 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 глотай. Будешь холодная, как Маргунелла. Что со мной? Ничего, ничего, пустяки. Скоро ты будешь совсем, совсем наша. Здравствуйте, господин. Да? Я разработал рекламную кампанию. Вовремя. Вот несколько вариантов на... Вот несколько вариантов названий. Угу. Мороженое лед. Мороженое лед. Слоган. Нет худа без льда. Нет худа без льда. Зачем называть лед льдом? Да. Согласен. Исправим. А вот еще вариант. Давай. Мороженое холод. Мороженое. Слоган. Давай. Холод костей не ломит. Холод костей не ломит. Но он же их ломит. А. Он же их ломит, ты понимаешь или нет? Мы должны так обмануть людей, чтобы они не догадались, что мы их обманываем. Иначе они не будут есть наше мороженое. Вообще, какие-то слоганы у тебя непродажные. Может, тебя... отправить в тюрьму, а? Для поправки здоровья. А то я смотрю, что за время вечной спячки у тебя мозги совсем атрофировались. Никак нет, Василий. Я исправлюсь. Я их, эти мозги прогрею. Что? То есть это, проморожу. Или куплю. Простите, властелин. Все, пошел работать. Если ты откусишь лед, сразу же конец придет. Нет, это плохо. Это сразу споет. Нет, нет, живет. Нет, ледомет, пулемет. Не знаю.
очень скоро. Людская радость окончательно закончится. И все они, благодаря нашим ледышкам, наполнятся холодом. Когда она совсем опустошится, мы проведем обряд коронации Варвары. Она станет королевой страны холода. Привет. Здравствуйте. Хорошего настроения. Спасибо большое. Привет. Это тебе. Спасибо большое. Привет. Держи, приятного аппетита. Это тебе. Что у вас там? Босс, мне кажется, у нас ЧП. Кто-то дарит людям эту радость. Это Маражанна. Что-то она у вас такая неуловимая, а? Да она пока неуловимая. Видать, у нее еще остались жалкие запасы и жалкого мороженого. Ничего, скоро запасы ее мороженого иссякнут, а мои увеличатся. Многострадальные жители моей страны, пострадавшие от радости людей, я хочу сообщить вам очень приятную новость. Скоро эта радость закончится. И мы, серые, хмурые, ледяные, войдем в новую эру. Да. Для того, чтобы войти туда, нам нужно повторить наши старые добрые ценности. Потому что повторение – это мать учения, как я люблю говорить. Итак, в нашей самой свободолюбивой стране можно все. Решительно все. Можно не улыбаться. Можно не любить друг друга. Можно говорить друг другу гадости. Можно не говорить друг другу хорошие вещи. Варя. Не пугайся, Варя. Я твой друг. Я Маражанна. Истинная королева страны холода. Королева? Да. Это мы, настоящие правители холода. Здесь мой отец, мой дед. Мы делаем мороженое уже много веков. Это наше предназначение – дарить людям радость. А люди, радуясь, отдают свое хорошее настроение нам обратно в виде розового сиропа, которую мы добавляем в мороженое и отдаем людям. Это и есть круговорот радости. Можно быть идиотом, дураком, подлизой! Сосулька хочет поработить человечество. Для этого он должен совершить обряд коронации и сделать человека королем холода. Поэтому он и выбрал тебя. Получается, мне не нужно соглашаться на этот его обряд? Конечно, нет. Делать все, что захотите, любые гадости, подлости, да. Мерзости! Что такое? Я ведь так хотела быть королевой, а не обычной девочкой, которая никому не нужна. Вовсе нет. Ты спасешь мир,
Или тебе важнее твои мечты и желания? Можно все, лишь бы это было плохо, мерзко, отвратительно. Все, как в нашей стране, холодно. Пока в людях живет радость, холод не сможет вас захватить. Но тебе уже будет трудно это сделать. Ты уже съела ледышку. И что? Я тебе кое-что покажу. Сосулька думает, что скоро радость иссякнет, ты будешь эту радость людям давать. Ну как? Я же не настоящая королева добра. Для того, чтобы делать добро, не обязательно быть королевой. Нужно просто исправить все то нехорошее, что ты сделала до этого в своем мире. Да, красавица! Акция бесплатная! Ой, Карл! Ой. Ну, наконец-то! Вот спасибо-то вам большое, да? Ну как я буду делать добро, если они меня даже не видят? Смотри, это волшебный кулон. В нем еще осталось немного сиропа. Выпей, этого должно хватить для того, чтобы ты нашла друзей и сделала первый хороший поступок. Как только ты его сделаешь, в кулоне сразу появится сироп, и ты сможешь дольше находиться в мире людей и быть видимой. Чем больше хороших поступков ты сделаешь, тем больше сиропа у нас будет, и мы снова сможем добавить его в мороженое. И что? И тогда мое хорошее мороженое снова отправится в мир людей. Так мы и победим сосульку. Не проходите мимо. Акция «Бесплатное мороженое». Акция специально для вас. Пожалуйста. Вот вам еще. Вам и вашим деткам. Пожалуйста. Угощайтесь. Видишь? Видишь? Людишки уже начали меняться. И что ты мне сделаешь, жалкая морожана? Смотри. Ты будешь входить и выходить через этот портал. Теперь мы с тобой возвращаемся. Я пойду на улицы раздавать оставшееся мороженое, а ты исправлять свои ошибки. Ну что ж такое? Ты откуда здесь? Я вообще-то здесь живу. А что ты там делала? Это не важно. Как тебя зовут? Ну, Артём. Артём, мне нужна твоя помощь. Конечно, я свезу тебя в больницу, тебя там отогреют. Да какая больница? Мне надо мир спасать. Ты не понимаешь, я живу в стране холода. И в стране холода случился ужасный переворот. И главный злодей Сосулька хочет захватить мир. Допустим. Но почему именно мой холодильник? Да это не холодильник, это портал. Отпустите! Портал, привязанный к заводу мороженого. Завод мороженого.
Дедушка раньше работал на заводе мороженого. Это его холодильник. Дед, я уже 100 раз слышал про твой этот завод мороженого. Там люди не нужны. Там роботы работают. Роботы? Скажи, ты ел те ледышки, которые сейчас всем раздают? Ты что, глупый, что ли? Это хорошо. Слушай, мне нужно исправить все те плохие поступки, которые я сделала в прошлом. Хорошо, а что ты плохого сделала? Сейчас расскажу. Как-то раз мама подарила моей сестре Насте куклу. И Настя проводила с ней все время. Я смотрела, как она играет. И мне было очень обидно, что у меня нет такой же. Однажды я дождалась, когда Настя днем уснет, и украла куклу. И спрятала ее в своем убежище. А Настя так и не узнала, куда она подевалась. А сейчас нам нужно вернуть куклу моей сестре Насте. Настя очень обрадуется, и от ее радости в колонии снова появится сироп. Слушай, а давай перебьем всех мороженитов. И что? Если мы их перебьем, то кто тогда будет нас обслуживать? А ты умный. Правда, что мы до этого тоже были мороженитами, а потом поели ледышек и того? Да, было такое. Но теперь мы правильные. Вот завоюем страну людей, и тогда можно будет делать с мороженитами все, что захочешь. А люди... их нам заменят. Только не смотри вниз, Артём. Лётчики ничего не боятся. Ты чё, боишься, что ли? Нет. На куклу. А теперь мне нужно обратно в страну холода, чтоб сосунка не заметил, что я свалила. А ты вернешь куклу моей сестре Насте. Надеюсь, это будет не так страшно для тебя. Только не смотри вниз. Ты же хочешь быть лётчиком. Отцепи ты эту сосунку. Так, что еще? Пошел вон отсюда. А ты что здесь делаешь? Я здесь хотела отдохнуть. Отдохнуть? Здесь? Отдохнуть? Это же комната королей! А как же я? Ах, ну да. Ну, хорошо. Хорошо. Я дам тебе возможность посидеть на своем троне. В конце концов, ты у нас тоже скоро станешь полноправной королевой. Королевой? А что вы смеетесь? Да, просто знаешь, как это здорово быть правителям. Тебе достается все самое ценное. А что самое ценное в том, самое чтобы быть правителем? Самое ценное. Самое ценное – это власть! Эй, Артемка, стопори! Мороженое есть? Нет. Откуда? Точно нет. А если найду? Что это такое? Ни у кого в этом городе нет мороженого. Вообще отстой. О, смотри. А ты что? Футбол не получается. Решил с куклы поиграть. Ребята, отдайте. А ты отними. Эта кукла нужна, чтобы сделать хорошее дело. Ага. Спаси мир. Да, спаси мир и дай всем людям мороженое. В том числе и тебе. Дурак. Как ты меня назвал? Отдал мне куклу. Подал мне куклу. Взял и подал мне. Ладно, ты же с ума сошел. Пошли. Ботаник. Это древняя клятва. Тебе надо будет прочитать ее на
посвящении. Выучишь на зубок. Приду, проверю. На зубок. Да уж. Настя? Да? Привет, вот твоя кукла. Офигеть. Где ты ее нашел? Не я нашел. Это твоя сестра ее нашла. Варя? В общем, она просила передать тебе, что просит прощения. Я только знала, что это она. Слушай, стой! Пожалуйста, прости ее, она не хотела. Ей просто было одиноко. Ладно, прощаю. Мы ее уже тут все обыскали. Мы с ней, типа, мир спасаем. Что? Долго объяснять. В любом случае не ешь ледышки, которые раздают сосульки. Ни за что. Подожди. Что? Мне кажется, у нас... Что? У этой девочки зафиксирован резкий всплеск радости. Мне кажется, Маражана связана с этим. Какая Маражана? Какая Маражана? У нее давно должен был закончиться запас мороженого. Перезагрузи свою глупую систему, чтобы она не глючила. Людей, если же я нарушу свою торжественную клятву, то пусть меня заморозят. Стоп ты! Что это? Не бойся, все хорошо. Это заклятие от ледышки спало. Сироп! Здесь сироп! Конечно, я же тебе говорила. Теперь у тебя есть больше времени появляться в мире людей и самой исправлять свои ошибки. Маражана, что с тобой? Ты заболела? Нет, просто закончилось мое мороженое, а вместе с ним уходят и мои силы. А давай я тебя спрячу в мире людей. Добуду еще сиропа, а потом вернусь за тобой. Спасибо. Все же как классно снова быть человеком, а не сосулькой. Еще бы. Ладно, пока. Пока. Что с вами? Мы не смогли найти Маржану. Ее нет в стране людей. Странно. А где же она может быть? Может быть, она вернулась сюда, в страну холода. Идиот, что ей нужно в стране холода? А чтобы... Чтобы потом сбежать назад, в страну людей. Мы потом ее ищем здесь, а она там. Ты сам понял, что сказал? Бегом, ищите! Смотри, там твоя сестра! Варя! Ну что, Настя? Короче, я в курсе, что вы тут спасаете мир. Я хочу с вами. Настя, с нами нельзя. Так, ты сперла у меня куклу, так что ты должна взять меня в игру. Настя, это не игра, это очень опасно. Не знаю. Тогда я расскажу маме, что ты прячешься.
Ладно, ладно. Ты иди к Артему, он живет в 9-м доме. Я потом к вам присоединюсь. Только Арчу рот на замке. Ага. А я? Эх, ну-ка идем за мной. Великий, мудрый, единственный, потрясающий. Да, да, да. Варвара, на секундочку оторвись. Я хочу представить тебе нашего ювелира... Маргула. Маргула. Он будет делать корону тебе для коронации. А из чего, господин? Как еще? Из старой короны бывшей королевы Маражаны. И болван. Ну, тогда девочка обретет силу королевы. Да, конечно. Вы шутите? Нет, я не шучу. Тогда баланс сил рухнет, и холод выйдет из-под контроля, уничтожит все живое. Да. Да. Самое ценное – это власть! Наполняет именно то, что тебе надо, мой догадливый друг. Пора, ты уже выучила клятву? Нет, я еще учу. Ну так, пока не выучишь, отсюда не выйдешь. Так и запомни. Я не смогу этого сделать. Не понял, что? Я не могу. Ты понимаешь, кому ты перечишь? А! Ты знаешь, что я с тобой сделаю? Я тебя заморожу! А потом растоплю. А потом снова заморожу! И опять растоплю! По-моему, это смешно, как ты думаешь, а? Заморожу, растоплю, растоплю, заморожу, растоплю! А это кто у нас? Я не буду здороваться! Я растоплю и тебя, и твою распрекрасную дочурку. Если ты мне не сделаешь корону. Срок. Нет, это забавно. Растоплю, заморожу. Заморожу, растоплю. Смешно. Я сделаю корону. Андрей, иди покорми сына. Ты что, глухой? Иди покорми сына. Ты что, не видишь? Я смотрю футбол. Иди сама покорми его. Я и так целый день возле плиты. Мою, убираю. Я тебе что, Варя, домработница, что ли? Вот. Чем больше хороших поступков ты сделаешь, тем больше сиропа у нас будет. И мы снова сможем добавить его в мороженое. Тем больше сиропа у нас будет, и мы снова сможем добавить его в мороженое. Ну что, этот, как тебя... Маргул! Я вспомнил. Ты сделал Варваре корону для церемонии посвящения? А? Еще нет, господин. А почему? Церемония уже скоро. Что ж ты тянешь? Не так просто переделать корону. Слушай, не морочь мне голову. Ага. Ступай и делай. Хорошо. Живо. Ты давай-ка, ювелир, поторопись. А то расступит и тебя, и нас всех. Пошел. Все, корона к утру будет готова. Умница. Да. Может, когда захочет. Привет. Привет. Как ты тут оказалась? У вас дверь была открыта. Короче, мне Варя сказала, что я буду с вами спасать мир. С чего это? А с тобой это. Я в деле. Каков план? Ждем Варю. Она же у нас командир по спасению мира. Маргул. Да, госпожа. Я не госпожа, называй меня Варя. Да, Варя. А зачем вы мне мерите голову? Я должен сделать тебе корону. Ты должен мне помочь.
Мне надо спасти Марашану. Для этого мне нужно попасть в мир людей через вон то зеркало. Тебе нужно отвлечься с сумерек. Не знаю, как это сделать. Я боюсь. Если бы мой папа бы боялся, то что бы я о нем подумала? Хорошо, я попробую. Ой! Вы что стоите? Вы видите, как он низко? Поднимите его выше, ну, скорее. Скорее, 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 скорее. Вы помогите ему. Он не справится. Знаете, какое оно тяжелое? Вы его мерили? Вот именно. Давайте, давайте, залезайте. Аккуратнее, 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 он упадет. Он очень тяжелый, вы что? Это. Ну ты так удивляешься, как будто в первый раз видишь девочку в холодильнике. О, как вижу, все в сборе. Отряд супергероев к бою готов. Супергероиня. Так, я спрятала Марожану в своем убежище. Но нам нужно поторопиться. Смотрите, в кулоне сиропа стало больше. Это значит, то, что мы все делаем правильно. Я ничего не поняла, ну ладно. Что надо сделать, чтобы этого сиропа твоего стало еще больше? Исправить еще одну мою глупость. У нас есть бабушка. Она очень радовалась, когда я родилась. И проводила со мной все время. Гуляла, купала. Не пропустила ни одного моего дня рождения. А потом я выросла. И у меня появились свои дела. Бабушка приходила, а у меня не было времени с ней даже поговорить. А тут я забыла про ее день рождения. И бабушка обиделась. Вкуснятина. Предатель! Я больше не с вами! Ешь. Да, проходи к нам, хорошенька. Да. К нам. Идите срочно в палату моей бабушки, Надежды Петровны. Ага. Нам нужно срочно найти палату моей бабушки, Надежды Петровны. Да что ты ее слушаешь? Она заморожена. Куда, 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 куда? Куда? И ты тоже. Да что мы вам там сделали? Это жестокое обращение с детьми! Да что им? Они ледышками объелись. Что делать будем? А что если сюда? А, давайте. Точно. Спасибо, Артём. Илья! Не шатайся, я упаду. Стараюсь. Медсестра! Вы что, на курорте отдыхаете? А где остальные тунеядцы? Для них что, приглашение нужно? Почему в подсобке не убрано? Не знаю. Пойдем. Бабушка. Бабушка. Бабулечка. Бабушка. Я так по тебе скучала. Варенька, моя дорогая,
А где мама? Где Настенька? Бабушка, это сейчас не важно. Я пришла сказать то, что очень-очень-приочень тебя люблю. Бабушка. Босс! Босс! Ну что тут еще? Какая-то бабка испытала непредвиденный всплеск радости. Какая бабка? В больнице. Откуда она могла испытать? Это случилось в больнице. Бабушка, я обещаю-то, что буду тебя выводить гулять. Но если ты на меня не обижаешься. Ну что ты, радость моя, как же я могу на тебя обижаться, а? Ну-ка, соедини меня с больницей. Алло! Алло, это больница? С вами, говорят, из управления городской безопасности. Да! Я хочу, чтобы вы немедленно всем пациентам выдали порцию ледышек. Двойную! У меня все. Гений. Ну почему? Почему все рушится? Бабушка, и пообещай ты, что ты не будешь есть эти чертовы ледышки. Так это же по распоряжению главврача мне доктор принес. Бабушка, да не слушай ты их, они отравлены. У меня так на тебя сиропа не хватит. Слушай, какая ты у меня выдумщица, фантазерка, Варенька. Как я рада тебя видеть. Ладно, бабушка, мне пора. И постарайся побыстрее выйти отсюда. Пока-пока, бабушка. Ребята, у нас получилось, сироп есть. И все благодаря нашей бабушке. Пока-пока. Пустите, куда вы меня ведете? Оставьте нас с Артема! Клятва. Да, там три предложения осталось. Что ж так медленно учишь, двоечница? А что это ты порозовела, а? Да, не может такого быть, вам кажется. Да? Вам кажется. Ну ладно, ну ладно. А ты знаешь, что мы почти победили? Почти. Есть, правда, парочка паршивых ребятишек, которые все время вставляют мне палки в колеса. И никак я не мог их выследить. Но вот они, наконец, попались. Мне поступил звонок об угрозе заражения радостью. Приказали выдать двойную порцию лекарства. Двойную порцию лекарства. Радостью? Радостью. Ах да, радость. Это довольно опасное заболевание. Пожалуйста, отпустите нас. Если не отпустите и мы не наберем сироп, то тогда все. Так, ой. Что тогда? Как что? Тогда мы все превратимся в сосульки. Ах, вот как. Понятно. Изоляция второй степени. Немедленно. Я очень рада, что вы сможете отомстить этим ребятишкам. Ну да, да ладно. А скажи-ка мне, нет ли здесь какого-нибудь, я не знаю, портала, тайного хода, через который они снуют туда-сюда, туда-сюда? Да нет! Вы думаете, они настолько умны? Ну, может быть, может быть, может быть.
А вот и твоя подружка. Ну иди, иди к своей обманщице. Здравствуйте. Маргунелла, все пропало. Что случилось, госпожа? Да они нашли ребят. И еще до коронации. Совсем чуть-чуть осталось. Мне нужно срочно в мой мир. Госпожа, я придумала. Как можно быстрее провести коронацию. Пас, пас, пас! Мы нашли их портал в мир людей! Какой портал? Он оказался у того мальчишки, которого мы схватили в больнице. Какой мальчишка, какой портал? Портал между мирами! Быть может, только один, и он должен находиться у меня! Понятно? Послать ликвидаторов и уничтожить этот портал! Живо! Гениально! Сию минуту! Девочка, ты кто? Ты из какой палаты? Вы уже отошли? От чего? От ледышек. Они, между прочим, отравлены. Что? Это я, Грыз? А чем они отравлены? Слишком долго объяснять. Отпусти моих друзей. Пожалуйста, их нельзя кормить ледышками. А зачем я их запер? Вы были под действием тех самых ледышек. Пора включать голову уже. Так чего же мы сидим? Пошли! Ребята, я приношу вам свои самые искренние извинения. Я, честно, сам не знаю, как же так вышло. Бедняги, сколько же вы так сидели? Вот, девочки, спасибо. Что это за такая изоляция второй степени? Я по вам скучала. Служба контроля за холодильниками. Он представляет опасность. Мы вынуждены его забрать. Он представляет особую опасность и нарушает законы. Артём, ты где шляешься? Ты что, не знаешь, что тебе запрещено выходить из дома? Ты добьешься того, что нашу семью внесут в черный список и лишат мороженого. Знаете, мамаша, кажется, ваш сын преступник. Придержите-ка его, пока я вызову арестантскую машину. Для него и его банды. Мама, отпусти, ты не понимаешь? Пожалуйста, отпусти, отпусти нас! Мама, мы мир спасаем! Мама! Сосульки из родности! Наконец! Да, настал тот самый час, которого мы с вами так долго ждали, на который мы надеялись и верили, и вот! Согласно древнему преданию создателей Земли, тот человек, который добровольно ступит в страну холода и будет здесь коронован, он откроет ворота! И люди добровольно примут холод в сердца свои!
корону! Сейчас наша будущая королева прочитает великую клятву, и весь мир людей станет единой империей холода. Давай, давай, давай. Пап! Дочка! Папа, прости, я сделала это ради нас. Какая папа? Нет, нет, нет. Где Варвара, предатели? Нет, нет, нет. Найду! Из-под земли достану! Растоплю! Сожгу ледовёт! Разойдись! Ну, подожди у меня. Стоять, детки! Вы знаете вот эту девчонку? Из какой она школы? Откуда я знаю, тупица? Наверное, из вашей. Значит так, предлагаю обмен. Вы мне девчонку, а я вам ящик мороженого. Договорились? Да! Сначала девчонку, потом мороженое. По рукам? Заметана, дядя. Мама, выпусти нас! Это очень важно! Нас всех переморозят! Вот станем сосульками, будем на льдине жить. Вот она! Держи его! Отпусти меня! Куда вы меня тащите? Туда, где нам дадут у тебя много мороженого! Никто вам ничего за это не даст! Он вас обманывает! Ну вот и посмотрим! Ты знаешь, как по такому телефону звонить? По такому телефону можно звонить, только к дедушке в гараж. Точно, точно! Алло! Артём! Дедушка, спасай, мы в плену! Где вы? Я плохо слышу. Мы в плену! Понял, я что-нибудь придумаю. Конечно. Попалась! Попалась! Такую змею я пригрел у себя на груди. Предательница. А я тебе верил. Я вам тоже верила. Ну что ж, забирайте ее. Пошли отсюда. Эй, мороженое. Мороженое? Да. Я же вам обещал. Обещанного 33 года ждут. Понятно? Обещал. Ушли отсюда. А вы больше не верьте. Так нечестно. Счастливее проживете. Сосулька. Кто меня спрашивает? Да это я, сосулька первый. Кому я понадобился? Вот я, сосулька. Ты же так долго искал меня. Отпусти девочку. Она ни в чем не виновата. Зачем она тебе? Теперь у тебя есть я. Конечно, теперь у меня есть ты. Сдаешься? Правильно. Я растоплю тебя. Я буду растапливать тебя очень долго, чтобы ты вспомнила всю свою ничтожную жизнь. А ты будешь таять и думать о том, что она тоже погибла из-за тебя! Потому что ты вовлекла ее в твою игру! Берите ее!
А ты будешь таять и думать о том, что она тоже погибла из-за тебя, потому что ты увлекла ее в свою игру. И ты будешь виновата, ее смерть. Вам кого? Дожили. Отца родного не узнаем. Так что вам надо? Понятно. Проходили. Есть у меня от этой беды одно чудодейственное средство. Папа? То-то же. Давай, выпускай детей арестантов. Кого? Тёмку? Тёмку. Мои дружки надёжно заперты. Ха-ха, глупая девчонка, не на тех поставила. Да, хочешь узнать, что случилось с Морожаной? Смотри! Что ты с ней сделал? То, что обещал, то и сделал. Морожану теперь можешь забыть. Пора позаботиться о себе, моя дорогая. Жить так, жить-то хочется, а? Хочется. Ну ладно, хорошо. Не хочешь быть королевой сосулек по-хорошему? Будешь? Ешь. Ешь. Я кому говорю, ешь. Ешь. Ешь! Ешь! Ну вот и хорошо. Теперь можно готовиться к коронации. Короче, все объелись ледышек. И мама с папой. Я ничего не помню. Прости, Тёмка. А сосульки твой холодильник утащили. Ну, за холодильник злодеи ответят. А это твой холодильник оказался порталом. Порталом в страну холода. Знаешь такую? Знаю. Я в стране холода завод проектировал. И сироп создавал. Для моей... Морожаны? Морожаны. Кстати, как она? Она в опасности. Как и страна холода, как и весь наш мир. Что ж мы сидим? Гараж, а вы как раз сидите. Справимся. Граждане, по распоряжению главы города вы обязаны есть по 3 порции мороженого. Где? Спасибо большое. А вот и мой план вихревого потока, который я разработал давным-давно, чтобы связать мой холодильник со страной холода. Думал, никто не воспользуется. А вот и пригодился план. Как новенький, металл-то какой. Не капли ржавчины. А почему? Потому что... На нем хоть космос. Мы в холодильник? Да не холодильник это, а портал. Портал. Не страшно? Yes. А тебе, Тём? Преодолеем. Ну что ж, видать и наш черед. Спасать мир. Поехали!
где здесь моя сестра? Будем искать. Василин, беда! 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 Что там у тебя? Беда! Радость! Беда или радость? Определись. Беда, что радость распространилась то там, то там, то тут, то тут. Да, босс, это радость. Она растет в геометрической прогрессии. Почему? Почему так случилось? Видимо, люди перестали есть наши ледышки. Они поняли наш трюк, что это не настоящее мороженое. Варя! Мы не успели. Ее заморозили. Ничего, ничего. Ну-ка, погоди. Так, я объявляю операцию «Ледяной кулак 2». Мы разгромим этих любителей радости. Причем на их же территории. Ну-ка, погляди на меня, внучка. Вот, вот ведь какое дело. Теперь эта девочка самая настоящая королева. Ну, все ясно. Мрожана, испарившись, передала тебе свою силу. Ну как? Закон сохранения энергии. Да не важно. Главное, чтобы в мире всегда была королева. Теперь ты самая настоящая королева страны холода. Без коронации? Да без всякой вашей коронации. Ладно, пора остановить эту вашу сосиску. Это кто такие? Это сосульки. Быстрее прячьтесь. Ишь, забегай. Прячьтесь. Народ, люди, это сосульки едут. Всем оставаться на местах. Кто дернется, будет тут же заморожен. Простите, пожалуйста, я вас... Лучше ешь. Кто против меня пойдет, ледышкой станет. Стой, сядемся! Открой рот! Нам надо сейчас перезапустить мой конвейер. Чтобы делать розовое мороженое? Именно. Наше старое доброе. И мы спасем мир. Ку-ку! Ку-ку! Вспомнить бы, а вы в цех, в цех. Вспомнить бы. Так. Теперь насос. И добавим-ка холодок. Холодок. Артем, внучок. Мороженое у тебя? Молодец. А вот Настю и Варю ко мне. Настенька. Настенька. Сироп. Сироп мой. Будешь лить. Вот сюда. Видишь? Давай, беги в цех. Только осторожно. Дед, эти резервуары? Да, правый. Этот? Этот. Сюда! Да, сюда. Стой! Жди моей команды! Thank you.
самое главное при запуске конвейера производства мороженого – ключ. А ключом всегда была рука Маражаны, отпечаток ее ладошки. Но раз ты королева теперь, будешь прикладывать руку ты. Артем, Настя готовы? Разом Настя льет сироп. Артем, ты опускаешь мороженое. 5, 4, 3, 2, 1. Я убью! Ее убью! Пошел вон отсюда, взять ее! Сосулька там. Пожалуйста, не надо! Пожалуйста! Пожалуйста, не Я хотел по-хорошему, но ты не хотела! Ты хотела по-плохому, значит, будет по-плохому! Кончайте с ним! Артём, спасибо! Дети в цех. Начинаем сначала. Дедушка, запускать мороженое! А я розовый сироп! А я запускать механизм! 3, 2, 1! Ну вот, детишки, кажется, мы победили. Мороженеты, вы свободны! Сработала, Варка, сработала! Получилось! Мороженка! Привет, привет, дорогие мои, привет! Так и есть. Я понял, вы растаяли, вытекли из тюрьмы, потом опять замерзли и стали прежними. Да. Это же свойство воды. Мороженеты, народ мой! Как я счастлива, что вы снова со мной, и мы опять с вами можем создавать прекрасное мороженое. Настоящий сосулька. Он такой же, как и мы. Не бойся. Но как он стал сосулькой? Просто его в детстве не кормили мороженым, да? Ну ты не переживай. Будешь делать мороженое вместе с нами. Согласен? Согласен. Жаль, но вам пора возвращаться домой, а то ваши родители будут волноваться. Надеюсь, они уже стали прежними. И мы надеемся. Ну, вы можете приходить ко мне на каникулы. Мой чудо-холодильник всегда к вашим услугам. Да, конечно, мороженочка. И тебе спасибо, мой дорогой инженер. Рад служить доброму мороженому печнику. Спасибо. С днем рождения, Варечка. Спасибо, Настенька.
сосулька. Что? Что, Артём? Да так, показалось. Мама, пошлите. Мам, пузыри. Можно мне мороженое? Конечно. Мам, я хочу скушать. А можно мне, пожалуйста, вот это мороженое? Хорошо, ты взял. Артём, проснись, нам нужна твоя помощь, твоя помощь. Помощь?